Здравствуй, Марина. Здравствуйте. Рада знакомству и возможности такого разговора. Вот не скрою, ты для меня интересный собеседник. Не только потому, что ты в столь юном возрасте стала депутатом, все-таки это большая должность. Знаешь, я когда готовилась к эфиру, зашла в одну из соцсетей и увидела твою страничку. И ты там себя представила как политик, вот там было написано. А вот какой смысл ты вкладываешь в это слово? Ну, вы знаете, та страничка, видимо, на которую вы зашли, это один из многочисленных фейков, потому что, как вы уже сказали, я, наверное, являюсь одной очень такой интересной личностью для общественности, хотя я себя, наверное, такой не считаю, я считаю себя обычным человеком. В понятие политик я не вкладываю нечто большее. Политик и депутат сегодня, особенно в нашей стране, это человек, которого выбрал народ для того, чтобы он представлял интересы этого народа в парламенте или в какой-то иной структуре. Я считаю, что в первую очередь депутат и политик — это человек, который ответственный и понимает, что за его спиной стоят интересы граждан. И если человек не справляется со своей задачей, это очень плохо, потому что он не подводит себя, он в первую очередь подводит людей. И поэтому я постоянно чувствую эту ответственность. Она, конечно, это нелегкая ноша, потому что действительно чувствуется то, что нужно помогать людям, нужно помогать тому народу, который тебя выбрал. И в наших, к сожалению, в наших реалиях это сегодня не так просто сделать. То есть я хочу понять, ты себя считаешь политиком или нет? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я политик в таком распространенном плане, как считают. У нас есть очень много стереотипов, которые ярлыков, которые навешивают на политика. Я не произвожу впечатления, то есть меня можно увидеть в обычном парке, меня можно увидеть в троллейбусе, меня можно увидеть на улице. Очень интересно, очень много интересных случаев и даже забавных, когда вы знаете, что у каждого депутата есть приемный день, когда он общается с гражданами. И поначалу, когда ко мне приходили люди, они думали, что я ассистент. И то есть это даже вызывало какую-то неловкость, потому что мой советник, тоже бывший депутат, деятель культуры, и он действительно, то есть вот он похож на депутата, а я похожа на ассистента. Но тем не менее, несмотря на это, люди, постепенно со мной общаясь, они находят какую-то поддержку во мне. Они понимают, что я могу где-то помочь, и я всегда стараюсь помочь. То есть если я даю какое-то обещание, я их даю очень редко. Я делаю все для того, чтобы его выполнить. Ну, считаю ли я себя политиком, наверное, не мне судить. Ну, мы поговорим к концу эфира. Я думаю, мы все, наверное, поймем на самом деле, кем ты являешься. Вот в то же время я знаю, что политика тебя интересует достаточно давно, очень давно. Я знаю, что ты долгое время была членом ПКРМ, да? И да, работала там в партийных структурах. Согласись, что это не очень обычно для юной девушки, столь активная, если хочешь, даже идеологическая, да, получается, вот работа. Что тебя там так увлекло? Ну, вы знаете, в первую очередь, наверное, я выросла на каких-то рассказах дедушек и бабушек, о рассказах о том, что такое коммунистическая идеология. Я помню, когда я совсем маленькая была, меня привели к памятнику Ленина и повязали мне пионерский галстук. То есть это все было в моей жизни. И действительно, оно мне показалось интересным, но вы знаете, не совсем политика меня привлекает, я бы так сказала. Меня привлекает, наверное, больше общественная деятельность. То есть политика — это как инструмент сделать что-то полезное. Политика — это не значит ходить в костюме и носить чемодан. Политика — это значит общаться с людьми. Это возможность сделать что-то для общества. И в первую очередь это быть нужным. То есть если ты политик, ты обязан делать что-то для того, чтобы люди тебя воспринимали всерьез, ну и быть, конечно, полезным обществу. Я думаю, что это самое важное, ну, в этом аспекте. Но с ПКРМ в конечном итоге у тебя не сложилось. К сожалению, да. Почему? Это такая, то есть давняя уже история, хотя мне кажется, что это было совсем буквально вчера. Мы с нашей командой начинали с сектора Рожкановки, то есть мы там работали по партийной линии, по комсомольской линии, и действительно мы очень много сделали для этого. Если вы, ну, вы, конечно же, все знаете, что большинство нашей команды, которая находится сейчас в партии социалистов, мы когда-то были у коммунистов. И действительно мы очень долго боролись с тем, что
руководство партии коммунистов, к сожалению, особенно молодежь не так слышала, как нам хотелось бы. Происходили какие-то непонятные нам события внутри партии, до которых мы просто не имели доступ. И, конечно же, когда появился Игорь Николаевич Дадон, это были местные выборы, то есть тогда мы с ним познакомились, вместе начали работать. И мне лично, то есть как и моей команде, просто дело в том, что я человек очень командный, и я не рассматриваю себя в отдельности как команду. Но опять же говоря, я, наверное, все-таки свое мнение скажу, что когда я впервые увидела Игоря Николаевича, мне показалось, он очень интересным человеком. И что самое важное, что я до сих пор считаю его интересным человеком. Наверное, это распространенный факт, когда вы находитесь 24 часа с одним и тем же человеком, с определенным кругом людей, где-то приходит разочарование, да, то есть и первое впечатление, оно смазывается. Но у меня случилось наоборот, то есть каждый день, когда я думаю о том, правильно ли я поступила, когда вышла из партии коммунистов, я до сих пор ни разу не пожалела о своем решении. Это было твое решение или тебя пригласили? Нет, это было мое решение, потому что я знала, что Игорь Николаевич будет выходить из партии. Мы очень много с ним работали, он очень много дал в плане даже каком-то человеческом нам, потому что это был тот лидер, который всегда прислушивается. То есть Игорь Николаевич — это тот человек, к которому ты подходишь за советом, а что еще более важно, что он всегда чувствует, когда тебе нужен совет, и очень редко доходит до того, когда он видит, что у кого-то из нас, у команды, у простых членов партии какие-то проблемы, он всегда интересуется сам. То есть именно, наверное, один из главных его критерий, главное его качество — это человечность. Я, наверное, человечность ценю больше всего в людях, и именно поэтому, то есть, я решила уйти за ним. Да, ты просто сравнила два лидера, так получается для себя, потому что ты начала уже отвечать на мой следующий вопрос, и он был таков. Угу. Ты пришла к социалистам, почему тебя привлекли идеи, люди, лидер? Я предложила тебе, вот видишь, сразу три варианта. Ты сразу сказала лидер. Нет, ты сразу сказала лидер. Идеи, люди остались. Что-то можешь прокомментировать, какой-то комментарий дать? Да, конечно. Ну, в первую очередь, все помнят ту волну, когда говорили, что вот группа коммунистов вышла из партии, они предатели. Но вот до сих пор мы задаемся вопросом, что мы предали. То есть идеи, которые у нас были, и наши принципы, никто от них не отказался. То есть и наоборот, мы держим четкую, ясную позицию именно с того дня, как мы вышли. Мы не метаемся из стороны, мы не мечемся из стороны в сторону, и это очень важно, допустим, для меня, потому что я люблю, когда четкая позиция есть. У нашего лидера есть четкая позиция. Конечно, в партии коммунистов тогда, несколько лет назад, когда мы уходили, оставались наши друзья. Оставались люди, которые не могли понять, почему мы ушли, которые были, может быть, где-то обижены на нас. Но, к сожалению, все мы видим последние события, этих людей практически там больше нету. К моему большому сожалению, я очень благодарна партии коммунистов за все, что она мне дала. И я думаю, каждый член нашей команды всегда говорит об этом, то, что мы всегда помним то, что дала нам партия, дал нам комсомол. И, к сожалению, нам очень печально видеть то, что сейчас происходит. Ну вот в твое вхождение в депутатство началось со скандала. Та самая знаменитая фотография. Я не знаю, вот во всей этой истории, когда люди писали гадости тебе, писали гадости много. Меня удивили не сами эти гадости, меня немного вот удивляла твоя реакция. Ты далеко не всегда отвечала вот на это все, и в большинстве случаев ты просто как-то это игнорировала. Это потому, что ты такой сильный человек, или тебя это просто вот не задело, хотя я помню, что это очень так достаточно. Эта тема обсуждалась, это очень актуальная тема была, да. Поясни. Вы знаете, я очень просто объяснить свою позицию, что в принципе чего добивались люди, которые делали данные провокации, создавали мои страницы в различных социальных сетях и так далее. То есть чего они добивались? Они добивались моей реакции. Они хотели меня загнать в угол. Но дело в том, что когда есть какая-то проблема и ситуация, очень хорошая практика подняться над ней и посмотреть, ну, немножко свысока на нее. И что я увидела, когда я немного отстранилась и была в роли наблюдателя? Я видела, как серьезные политики, взрослые мужчины занимаются ерундой, когда в социальных сетях они выставляют какие-то фотографии, они делают посты, они вот этим очень увлекаются. Вы знаете, есть хорошая... Откуда они взяли эту фотографию? Я не знаю, откуда появились эти фотографии, но дело происходило перед парламентскими выборами. Не задеть нас было невозможно.
потому что все знали, примерно догадывались, что у нас будет хороший результат, все знали, что у нас сильная команда, а решили попробовать найти самого слабого. Самого слабого найти не удалось. Назначили тебя, я понимаю. Видимо, назначили меня, да. Но не совсем угадали с выбором. Потому что, когда происходят такие события, что меня радовало в этой ситуации, то, что вот команда моя, с которой мы сейчас, то есть я говорю сейчас полностью о наших депутатах, и о муниципальных советниках, о молодежи, о простых членах партии. Они меня очень поддерживали. Они меня очень поддерживали, и, вы знаете, в этом действительно показываются люди, они показывают свое лицо. Мне было интересно, кто как будет на это реагировать. И практически каждый человек дал реакцию, кроме меня. То есть добиться того, чего они хотели, у них не получилось. И поэтому я думаю, что такие удары, они закаляют. В первую очередь, и я думаю, что я благодарна за тот опыт, который я получила. Потому что без него невозможно было бы обойтись. Мне, когда я стала депутатом, мне было 23 года. Такое событие в нашей стране не может пройти просто так, без зависти, без грязи, этого не получилось. Конечно же, я не думала, что настолько наши люди любят копаться в каких-то скандалах и интригах, но я где-то подозревала, что так оно и будет. Никто никогда не говорил, что политика — это чистое дело. Ну вот ты говоришь, что тебя поддерживали однопартийцы, да, твои. А что тебе вот говорили люди, которые вот в партии занимают ключевые должности? Они как-то тебя, когда успокаивали, что они тебе говорили? Ну, в первую очередь, меня, наверное, поддерживал Игорь Николаевич. Он всегда находился рядом в таких ситуациях и говорил: «Марина, ты знаешь, что мы рядом с тобой. Ты знаешь, что в первую очередь ты не должна обращать внимание на тех провокаторов, которые все это делают. Марина, мы здесь». Это были главные слова, то есть Игорь Николаевич, наверное, в этой ситуации был одним из самых главных людей, который меня поддерживал. Это было очень приятно. Видимо, я заслужила такую поддержку от нашего лидера. Как тебе сегодня работается с депутатом? Это то, что ты ожидала, когда вот шла по спискам? Или нечто другое? Вы знаете, в принципе, люди, которые становятся депутатами, это люди, которые постепенно, обычно, я говорю, мы будем обобщать немножко, это люди, которые постепенно знакомятся с работой, может быть, работают в каких-то структурах. У меня же это получилось очень спонтанно. То есть я, наверное, пример, самый обычный пример обычной девушки, которой не безразлична страна-то, участь нашей страны, допустим, да, у меня есть активная гражданская позиция, я всегда была в авангарде каких-то событий. И вот так получилось, то есть я никогда не шла к этому, у меня не было цели стать депутатом или стать каким-то, занять какой-то пост, никогда. Мне интересен сам процесс. То есть я стала депутатом, наверное, благодаря людям, с которыми я общалась, и людям, которые меня поддерживают и помогают мне в этом всем. Поэтому я, конечно, не думала, что быть депутатом — это не что-то заоблачное, да? Быть депутатом — это где-то, может быть, лукавить, где-то лицемерить. Часто лукавишь и лицемеришь? Вы знаете, у меня первое образование, я специальность актер драматического театра и кино, но, видимо, я плохо училась, потому что я не могу лицемерить людям. Если мне кто-то не нравится, я очень плохо это скрываю. И я стараюсь в любой ситуации, то есть для меня даже принципиально это, может быть, стало какой-то лично для меня игрой, а во всех событиях, которые происходят, максимально оставаться человеком. Но я скажу, что это сложно. Это сложно оставаться человеком, это сложно не предавать какие-то свои принципы, и это сложно не уподобляться тому, что происходит вокруг. Ну вот расскажи, что для тебя оказалось новым вот в этом депутатстве, то, что ты не предполагала, то, что придется так долго над законопроектами, может быть, сидеть, то, что рабочий день такой долгий, то, что заседаний много или еще что-то. Ну, конечно, для меня, я до сих пор считаю, что мне нужно набираться опыта, мне в этом очень сильно помогают наши коллеги. Первое, что меня удивило, что там страшная бюрократия. Просто страшнейшие. Вы знаете, когда я очень долгие годы стояла с плакатами, стояла с людьми на акциях протеста у дверей данных зданий. И ни один из тех людей, которые сегодня сидят рядом со мной, к нам не выходил и не спрашивал, чего мы в принципе вообще хотим и как они могут нам помочь. И я вот оказалась сегодня на месте этих людей.
Это очень странно, потому что, тем не менее, что я сижу рядом, это не значит, что мне удается полностью выразить то, что я хочу сказать. Это сложно. Очень сложно там отстаивать свою позицию. Конечно, есть блокировки деятельности. Очень сложно с законопроектами. Да? Во-первых, для начала нужно понять, как вообще делается законопроект, что для этого нужно. Каждый законопроект — это колоссальная работа. Это даже, не знаю, недели, наверное, труда. Причем без советов не обходится, опять же, потому что я набираюсь опыта все еще. Я не могу сказать, что я профессионал в том или ином деле. Ну, смотри, акция протеста, в которых ты участвуешь, ты депутат парламента. Ты вот участвуешь в акции протеста, вы там что-то кричите, да, возмущаетесь, там, вас не слышат, к вам не выходят. А тут ты депутат. Отдача должна быть, по идее, больше. Вся страна смотрит заседание парламента. Ну, очень многие смотрят. Ты включаешь микрофон, и ну, раз не дали тебе этот микрофон, да, второй, ну, третий же дают возможность. И вот ты говоришь вот уже на всю страну. То есть у тебя возможность, чтобы тебя услышало гораздо больше людей. Разве ты не эффективнее? Разве конечно, не лучше ты себя должна, по идее, чувствовать в зале заседаний, чем на акции протеста с плакатом? Ну, вы знаете, тут такая двойственная ситуация, потому что, к сожалению, когда ты заходишь в эту дверь, и твоя команда, допустим, остается за ней с теми же плакатами, то тебя немного начинают ассоциировать больше политиком, нежели с обычными гражданами. Я стараюсь всегда стирать эту грань. Конечно, депутатам в этом плане быть эффективнее, потому что когда-то у нас было 3 депутата в парламенте, сейчас у нас самая большая фракция. Конечно, нам удалось очень много разработать инициатив, законопроектов, помогать людям, конечно, получается это больше, чем когда-то. Я очень рада тому, что действительно сегодня к нам приходит очень много людей. У нас есть приемные дни, и действительно одного дня не хватает. И я думаю, что, конечно, нужна команда для того, чтобы продвигать эти интересы. Вот ты заговорила о законопроектах. Вот скажи, пожалуйста, ты хоть один законопроект уже придумала? Да. Или, да, вот сейчас скажешь, какой и какой бы ты хотела все-таки предложить? По крайней мере, вот о чем он? Вы знаете, я стараюсь делать законопроекты именно те, которые меня просят, допустим, наши граждане. Самый первый мой законопроект касался инвалидов. Я знаю, что инвалиды, к сожалению, в нашей стране никак практически не поощряются государством, и это очень печально, и им очень тяжело, таким людям. То есть первый мой законопроект касается простого, он очень простой, в принципе, и очень понятный, и я его разработала по рекомендациям людей, которые ко мне приходили и обращались. Он касается того, что у нас существует в стране, причем не могу сказать, что очень большое количество людей с первой группой инвалидности. И мы знаем, что каждый человек, даже по Конституции, имеет право на отдых. Да? То есть у нас каждые 3 года есть путевки в какие-то санатории. Естественно, инвалиды первой категории не могут воспользоваться данной путевкой. Поэтому моя идея заключалась в том, что если они не могут воспользоваться тем, что им предлагает государство, и так зная, что у них не так много каких-то социальных выплат и возможностей, я решила, что будет справедливо и правильно среднюю сумму данной поездки, скажем так, да, этому человеку отдать в денежном эквиваленте, тем более зная, сколько стоит сегодня лекарство и как эта сумма поможет кому-то и будет необходима. Мы поддержали твой законопроект? Он еще находится сейчас в комиссиях. Пришло негативный виз правительства. Мы, в принципе, ожидали, конечно, такой итог, но отзывать мы его не будем. Мы все равно добьемся того, чтобы пройти с ним по комиссиям. Ну и посмотрим, конечно же, что скажут кто его поддержит и кто действительно покажет, кому важно, чтобы в нашей стране, то есть люди хоть чуть-чуть стали жить лучше. Ты не только депутат, но и представитель оппозиции. Это и у тебя очередь. Должны быть... Мне интересно, да, как ты все это укладываешь. У тебя должен быть простой и ясный для тебя рецепт выхода страны из кризиса. Может, не простой, не ясный. Мне кажется, что поскольку вы об этом много говорите, то для тебя не составит труда сейчас его нам описать. В чем он заключается? Ну, как вам сказать? Он заключается в многих факторах. Поясняю. Приходит к тебе на прием человек и говорит: уважаемая госпожа депутат, вот все плохо. Выхожу на улицу, и все плохо. Вижу, что
вокруг люди бедные, несчастные, захожу в магазин, не на что купить продукты, захожу в аптеку, вот то-то, понимаете, жить так нельзя, вот даже если зарплату сейчас на какие-то копейки поднимут, вот жить нельзя, за детей беспокоюсь, и далее по известному тебе, наверное, сценарию. Что делать? И вот ты должна ему, наверное, в минуту уложиться и сказать, что нужно делать, что нужно делать. Вы знаете, вот как раз очень много приходит таких людей, и я пытаюсь им объяснить, что главным, наверное, первым шагом для того, что нам сегодня всем вместе нужно делать, это быть активными, это выйти и бороться. Невозможно пытаться что-то менять, сидя дома перед телевизором или комментируя в Фейсбуке. Но, а бороться за что или против? Бороться что? За то, чтобы у руля страны сидели люди, которые не просто заходят в здание, сидят там полдня и потом уходят и забывают вообще, что происходит в стране, забывают все обещания, которые дают, и просто абстрагируются от той ситуации. Они не видят ту жизнь, допустим, да, вот и те проблемы, с которыми приходят ко мне люди. Поэтому я считаю, что в первую очередь гражданское общество должно стать более активным, и мы должны действительно подходить качественно к тому, кто находится сегодня у власти. Вас же не устраивает, кто находится у власти. Получается, тогда вы сегодня ратуете за выборы досрочно. Конечно, так? Конечно. Вот это главный рецепт. Досрочные выборы. Тем более, вы знаете, что у нас были акции протеста с требованиями и всенародными выборами президента. Я считаю, что это правильно, я считаю, что это нормально в демократическом обществе, скажем так. Ну и, конечно же, досрочные выборы – это очень важно, потому что если мы посмотрим на различные социальные соцопросы, да, мы увидим, что доверие граждан к правительству просто вот так вот стремительно очень падает. Не только к правительству, к президенту, парламенту, к депутатам, к парламенту, абсолютно ко всем государственным структурам. Да, абсолютно верно. И я думаю, что первым выходом из кризиса, в котором мы находимся сегодня, это, конечно, будет выбор и смена власти. Ну вот сейчас готовятся все политики, все политические партии к президентским выборам. Как ты оцениваешь шансы, практически кандидата уже от партии, да, хоть там республиканский, по-моему, совет, да, выдвинул Игорь Николаевич. Да, Игоря Дадона на пост президента. Как ты вот его шансы оценишь? Ну, вы знаете, вы хорошую фразу сказали, что все сейчас начинают готовиться к парламентским выборам. К президентским выборам. Мы не готовимся к президентским выборам, потому что мы находимся в предвыборной кампании 24 часа в сутки. Наш лидер, наш кандидат на пост президента Игорь Николаевич, это тот человек, который в субботу утром уже находится на севере и общается с людьми. То есть мы не та партия, которая сидит 4 года, закрывшись на все замки, возможные от нашего народа, а мы та партия, которая постоянно находится где-то на каких-то передовых позициях, где-то мы общаемся с людьми, где-то мы выезжаем в районы, где-то мы встречаемся, да, с широкой общественностью. Поэтому у нас результаты очень хорошие по всем. Допустим, сейчас были, опять же, проведены соцопросы, и у Игоря Николаевича очень хорошие результаты, но это результаты не просто так взяты откуда-то, это результат работы, действительно реальной работы. Ну хорошо, я понимаю твой ответ. Вот многие очень говорят, что предвыборная кампания для уважающей себя партии начинается на следующий день после выборов. Состоявшихся выборов. Да. Но, тем не менее, давай будем честнее и скажем, что предвыборная сама этот избирательный период, да, это особо ответственный период времени. Ты уже понимаешь, тебе уже как-то объяснили, или как это происходит, чем конкретно на этих выборах ты будешь заниматься? Я же знаю, что это будет большое число людей, которые, да, включатся в эту кампанию. У каждого будет свой маленький участок работы. Кто за что будет отвечать? Вот ты знаешь, за что ты будешь отвечать? Я, в принципе, буду заниматься тем же, чем я занимаюсь сейчас. Я являюсь ответственной за один из секторов Кишинева. Я являюсь ответственной за сектор «Центр». Поэтому в этой предвыборной кампании, конечно, лично я буду основной акцент своей работы делать на этот сектор, потому что если заниматься всеми сразу, может происходить хаос, но иногда без этого не обойтись. То есть, когда ты работаешь в такой большой организации и в партии, ты должен быть и политиком, и психологом, и, возможно, журналистом где-то, то есть всем абсолютно, и ты должен все это контролировать и знать, что нужно сделать для того, чтобы был результат. А что мы будем делать? Мы будем продолжать работать, наверное, может быть, в более
скажем так, в более ускоренном темпе, да, потому что нам нужно обойти очень большое количество граждан и спросить их мнение, в принципе, как они относятся к тому, что мы делали до сих пор. Вот, и, конечно же, после этого мы сможем примерно понимать, какие у нас будут результаты. Но это не будет для нас каким-то стрессом, знаете, когда вот нужно начинать с нуля. У нас уже есть наработанные результаты, и, конечно, мы будем продолжать делать то, что мы делаем сегодня. Ну вот смотри, у тебя интересы на самом деле очень такие разнообразные. Актриса, мы уже говорили, тут на днях читаю, что ты похвасталась, что ты, да, получила первую десятку. Да, 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 мастерат в сфере международных отношений. Во как звучит. Как это в тебе все сочетается? Поясни, пожалуйста, такие разные сферы. Ну, в принципе, я нахожусь сейчас в той среде, где очень логично, что я пошла на этот факультет, скажем так. Ну да, тогда. Скажем так, мне кажется, это полезнее будет, да. Это образование, чем актерское. Нет, ну почему? То есть, в принципе, у меня вообще с первым образованием получилась очень веселая история, потому что я изначально, конечно, меня всегда увлекал театр. В школьные годы я участвовала в всевозможных спектаклях, мы выигрывали... Театр со студией РУС, это уже университет. То есть я училась в обычной школе номер 85, которую успешно закрыли пару лет назад. Вот. И там я участвовала в театральном кружке, то есть мне это очень нравилось. Мы выигрывали какие-то там городские, ну, скажем так, призы и так далее. Но у меня не было цели поступать, идти дальше, допустим, по этому пути, поступать в театральный. Я намеревалась пойти на юриста, но когда я пришла в приемную комиссию подавать документы на тот или иной факультет, меня спросили: девушка, вы, наверное, на театрале, на что я сказала да. То есть вот так вот началась моя театральная, скажем так, карьера. Но я не жалею ни одной секунды, что я побывала в той сфере, что я увидела, что такое театр. Это на самом деле очень тяжелая работа. Когда люди говорят: а, там, актриса, это же легко, это хорошо, это абсолютно не так. Невозможно не жить театром. Если ты хочешь играть в театре, ты должен в нем жить 24 часа в сутки. По-другому быть не может. То есть это твоя жизнь, ты должен отказаться практически от всего для того, чтобы быть там. И я думаю, что именно театр научил меня очень многому. Да, я очень рада. Самообладание? В том числе, потому что, когда ты играешь в театре, ты набираешься опыта, потому что ты играешь разных людей, ты можешь побывать в шкуре любого человека. То есть, хорошо, вот ты говоришь о театре, а вот давай я тебя спрошу, ты какую бы роль вот хотела сыграть женщины-политика? Ну, наверное, даже не знаю, как вам сказать. А какую роль женщины-политика, я хотела бы сыграть свою роль. Я бы хотела стать, наверное, очень, так скажем, пафосно звучит женщиной-политиком. Я хотела бы стать человеком, который сделал что-то хорошее, который запомнился бы кому-то каким-то добрым делом и общественно важным. А сыграть, я не знаю, если бы я смотри, хотела кого-то... Ну, смотри, есть же женщины-политики, да, которые достаточно успешные, которые тебя импонируют просто. По-человечески, по-женски даже. Почему нет? Вот есть такие? Можешь кого-то выделить? Ну, наверное, будет вам не понравиться, сразу говорю. Почему? Мой выбор не понравится, я уверена. Потому что вы скажете, что у меня предвзятое мнение. Это Зинаида Петровна Гречанная. То есть почему это... вы считаете, что мне это не понравится? Нет, ну, это руководитель нашей фракции. То есть это может прозвучать так, что я просто вот привожу в пример своих коллег. Но, опять же, хочу сказать, что я привожу их в пример не просто так. И, наверное, не просто так я нахожусь в этой партии. Потому что я действительно разделяю и горжусь теми успехами и результатами, которые достигают мои коллеги. Зинаида Петровна Гречанная – это, наверное, просто эталон дисциплины. Эталон ответственности, и я вот сейчас, я в полной мере понимаю, насколько ей сложно. То есть она должна контролировать себя, контролировать все, что происходит вокруг. У нее нет ни секунды для того, чтобы она могла расслабиться. И учитывая все ее заслуги перед государством, наверное, мы не будем уходить в историю, каких-то вспоминать исторических деятелей. На сегодняшний день эталон женщины-политика в Молдове, я думаю, что это Зинаида Гречанная. Хорошо. Разведка донесла, что ты еще большой любитель животных, защитник животных. Вот что лично у меня вызывает большое уважение. Такие люди, я их всегда уважаю, да? Это правда? Да. И почему? Вот, вроде все любят животных, да, а ты вот уделяешь этому
большое внимание. Ну, животные — это, наверное, не то, что мое какое-то хобби, это моя боль в первую очередь, потому что я знаю ту ситуацию, которая происходит сегодня в стране. Я знаю, насколько этот вопрос игнорируется абсолютно всеми эшелонами власти. Ну, просто, то есть, как бы животными у нас не занимается никто. У нас, скажем так, в цивилизованном обществе сегодня в столице происходит массовое убийство животных. Я считаю, что это просто, ну, не то, что неправильно, я считаю, что это бесчеловечно. Любовь к животным у меня проснулась еще в детстве. То есть в детстве мы вместе со своими друзьями постоянно спасали каких-то щенков, постоянно спасали каких-то котят. Мы их лечили, мы их купали, мы их раздавали в хорошие руки. И вот так, вы знаете, эта тема, она меня вот как снежный ком понесла, понесла и понесла. К сожалению, сегодня я не могу сказать, что ситуация намного улучшилась, но то, что меня радует, что сегодня общество уже обращает внимание на эту проблему. У нас есть в Кишиневе и по всей стране очень много зоозащитников. Это люди, которые каждый день, несмотря на любую погоду, они борются с той ситуацией, которая происходит. Ну вот как депутат, ты никогда не думала, чтобы защитить животных с точки зрения закона жестче? Вот разработать, конечно, законопроект, вот тебе идея. Это первая мысль, которая у меня возникла, когда я поняла, что я стану депутатом. Но я вам могу сказать, что этим вопросом я занималась очень давно, и я оббивала пороги всех, наверное, примарии в первую очередь, потому что, да, то есть кишиневская проблема с бездомными животными, я понимала, что никто не откликнется, поэтому нужен человек свой, человек, скажем так, вот зоозащиты свой там. А пока, к сожалению, я не могу похвастаться какими-то успехами и результатами. Просто дело в том, что хочется подойти к закону очень серьезно. А закон о защите животных трудно разработать. У нас, в принципе, нету такого закона. У нас есть 157-я статья административного кодекса, которая защищает права животных, и так, то есть очень абстрактно, да? И вот недавний случай в Кагуле, который, я не знаю, знаете вы про него или нет, случай жестокого убийства животных матери на глазах у своих детей. Буквально сегодня мне пришел ответ на запрос, где было ясно сказано, что она, да, эта женщина понимает, что это плохо, что она больше не будет, и что случаи с жестоким обращением с животными наказываются в рамках закона. То есть это не ответ. Мне кажется, это могло бы стать предвыборной такой фишкой к следующим парламентским, если бы вот депутат Радван избирателям говорила, что вот мы разработали, значит, закон, направленный на борьбу, да, с жестоким обращением с животными. И даже не важно, если его там отклонили, хотя не важно с точки зрения того, что зал проникнется, мне кажется, к депутату Радван, потому что если отклонили, то избиратель, мне кажется, обязательно накажет этих людей, потому что все-таки наши люди, они, я считаю, что добрые, да, и вот очень много из них в последнее время действительно стало высказываться, по крайней мере, поднимать эту тему. Не думала об этом? Вы знаете, дело в том, что наше, допустим, наше зоозащитное общество на сегодняшний день уже очень сильно разочаровано в тех людях, которые выходят к ним и говорят: вы знаете, вот голосуйте за нас, мы обязательно вам поможем. Мы обязательно откроем приют, мы обязательно разработаем закон. А поэтому я Не надо общество, надо просто людям говорить, вот они спросят, что вы сделали как депутат. Да, нет, это в любом случае, но просто дело в том, что я к этому моменту хочу подойти очень серьезно, и действительно, чтобы это было не на словах. Я сейчас работаю над этим законопроектом, есть уже первые мои наработки, есть инициатива по ужесточению наказания, вы знаете, что это пока штраф, и я думаю, что наказание должно быть намного жестче. И поэтому, конечно, я вот на этом пути, я очень надеюсь, что у меня получится. По крайней мере, я сделаю все возможное. Поняла. Вот при такой нагрузке у депутата Радвана остается время на личную жизнь? Да, у меня остается время на семью, потому что семья, личная жизнь и партия — это одно целое. То есть оно у меня все связано, и друзья... Секундочку, избранник не там ли? Нет, избранник не там, но избранник всегда помогает. То есть избранник знает, что его вторая половинка всегда ведет очень активный образ жизни, и не участвовать, и не помогать в этом не получается, хотя иногда и он и ворчит по этому поводу. Но тем не менее, я очень рада, что у меня есть друзья, что у меня есть молодой человек, у меня есть семья, которая понимает, чем я занимаюсь, и очень рада, что она поддерживает и сама, допустим, участвует в этой деятельности. Поэтому все, что мы делаем, мы занимаемся вместе.
Я очень рада. Это круто. Да. Свидание на акции протеста. Свидание на пикете. Это как-то... Это интересно. Нестандартно. Кем ты видишь себя через 10 лет? Вот чем ты будешь заниматься? Через 10 лет я всегда очень боюсь задумываться, потому что мы, наверное, часто думаем о том, что вот я тем-то, тем-то, тем-то никогда не буду. И когда ты говоришь что-то Вселенной, что вот я этого никогда не сделала, она всегда смеется тебе в лицо и ставит тебя именно в эту ситуацию. Поэтому я, наверное, не знаю до сих пор, кем я буду через 10 лет, но я очень надеюсь, что через 10 лет мне будет, наверное, не стыдно смотреть людям в глаза, что я не просто так, допустим, что-то сделала, что все мои обещания, которые я давала людям, они исполнены. Я не могу сказать, кем я буду точно, и мне абсолютно не важно, буду я депутатом, буду я играть на сцене, буду ли я кем угодно абсолютно. То есть у меня нет понимания того, что вот раз я уже поднялась до этой планки, что никогда не нужно опускаться. Нужно в первую очередь оставаться человеком. Я знаю очень много людей, которые сами для себя поставили планку, потом очень больно падать. И потом очень больно падать, и в первую очередь стыдно перед теми людьми, от которых ты когда-то отмахнулся. Поэтому я никогда так не делаю. Я не знаю, с кем завтра может... С каждым из нас любая ситуация может произойти. Поэтому загадывать нельзя. Но в первую очередь я думаю, что я хотела бы остаться собой, хотела бы остаться порядочным человеком. И через 10 лет я думаю, что для меня это будет очень важно. Ну вот я хотела понять для себя все-таки вот это будущее. Увидишь ли ты его в политике? Потому что, ну, это такая вещь, говорят, которая очень многих просто-напросто затягивает, и потом люди не могут выздороветь, те, кто это попробовал. Это... А ты такой вот неамбициозный человек, ты говоришь, ну, вот буду актрисой, ну, хорошо, буду актрисой. Нет, буду там-то, значит, ну, хорошо, буду там-то. Мне кажется, что это не очень честно. То есть нет, ты должна абсолютно как-то честно. Видеть, да? Вы знаете, я против того, допустим, что если у человека, ну, человека просто насильно там посадить в кресло, он будет сидеть. Если у меня будет действительно получаться то, что я планирую, конечно, я планирую свою какую-то будущую политическую карьеру. Если я смогу добиться того, что мне нужно, что я хочу, конечно, я пойду дальше. Но это не значит, что я боюсь какой-то другой работы, что я боюсь оказаться в другом месте. Я готова делать абсолютно в разных сферах какие-то дела, которые будут мне нравиться, то есть какая-то общественная деятельность. А у меня нет цели быть политиком всегда. Вы знаете, можно быть хорошим политиком, просто стоя, допустим, как мои товарищи на каких-то пикетах и так далее. То есть, конечно же, хочется добиться результата и понять, что все эти годы, когда мы пытались высказать свою точку зрения, они не прошли зря и нас услышали. И я уверена, что так и будет. А в том, что наша команда и люди, которые дали нам, допустим, просто доверились нам, я уверена, что будут результаты. В этом я даже не сомневаюсь. Я, конечно, очень хочу, чтобы я была частью той команды. Могут произойти разные вещи, но, тем не менее, я нацелена на результат. То есть быть кем-то – это уже средство, да, скажем так. Я нацелена на хороший результат. Если я смогу приносить пользу людям, работая в приюте для животных, я с удовольствием это сделаю. Не обязательно быть депутатом. Я благодарю тебя за эту беседу. И желаю тебе, чтобы ты добилась удачи, чтобы ты все-таки наметила для себя какое-то направление и вот шаг за шагом шла и добивалась своих целей. А мы уже, дай бог, встретимся через 10 лет и посмотрим, как же это все случилось. Спасибо тебе. Вам спасибо большое за встречу. Это, наверное, одно из моих первых таких серьезных интервью. Я очень буду рада, если мы с вами встретимся еще. Поэтому спасибо вам большое за вопросы. Я надеюсь, что какие-то моменты, может быть, я прояснила. Если нет, мы обязательно с вами встретимся через 10 лет и подведем итоги сегодняшней беседы. Я думаю, это может случиться даже раньше. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.